Социально-экономическая ситуация в Красноярском крае стала главной темой встречи Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Усом. Президент отметил, эффективное решение существующих проблем требует объединения усилий бизнес-сообщества, региональных и федеральных властей. Это касается таких важных программ, как благоустройство городской среды и создание современной транспортной инфраструктуры. Когда я у вас был, говорили по некоторым направлениям, которые чрезвычайно чувствительны для людей, в том числе по экологии. Да. Некоторые другие проекты. Докладывать. Что там? Докладывать. Договаривались о том, что нужно вместе сделать, как усилия объединить бизнеса, региональных властей, федеральных. В этой связи, вот, если позволите, Владимир Иванович, о теме метро. Да. Учитывая, что тема финансово емкая, естественно, она просто уходит. И я опасаюсь, что она может уйти в никуда. Я отдаю себе отчет, что на самом деле 65 миллиардов – это серьезная сумма. И мне кажется, если бы мы к этому подошли, может быть, с иных позиций, комплексное решение по скоростным видам городского транспорта, где-то электричка, где-то вот есть новые скоростные трамваи, но с тем, чтобы это не стало домашним заданием чисто Красноярского края. Тема не должна умереть. Давайте поднимемся. Подъезжайте, мы поговорим с участием правительства, с Минфином.